сегодня вот знаменательно то, что сегодня звучала великая музыка. Вот нам ее дарил Юрий Розум сегодня, мой, ну, позволю себе сказать, друг старший. Скоро у него день рождения, кстати, в один день, кстати, с Шопеном. Вот, и, ну, мне кажется, вот музыка, ну, как искусство, да, вот это как раз то, что сейчас может, ну, как опять же, как говорил Достоевский, да. Вот хочется сегодня напомнить, что, ну, вчера был Новый год, день рождения великого скульптора. Вы сказали о Джоне Ленноне, да, вот Григория Потоцкого. Вчера мы праздновали, но, к сожалению, я не успел. День рождения. Вот он сейчас ставит свой памятник, знаете, где? В Мексике. В Мексике. Вот я не знаю, уже по счету какой-то, 127-й, по-моему. Вот, и я просто сейчас, наверное, уместно вспомнить, опять же, Джона Леннона, который в своей песне «Imagine» он говорил, ну, представь, что мир живет, никто никого не убивает, все друг друга любят, ну, что мир живет без границ. Вот, ну, что пожелаем к Северной Корее и Южной, вернее, Южной и Северной, так как мы находимся под красивом центре Москвы, здании посольства Южной Кореи, побыстрее объединяться, вот, объединять весь мир. Да здравствует любовь, да здравствует мир.